Ну что, ребята, не вижу повода не выпить. Погода хорошая. В Тель-Авиве жалко, что мы уже уезжаем. Ну, надо ехать дальше, работать. Нас ждут другие города, другие зрители, тоже хорошие. Давайте выпьем за Танечки на здоровье. Сегодня у моей дочки день рождения. Она в Коста-Рике, но мы пьем за нее сразу. Когда, скажите, когда ближайший концерт у вас, я имею в виду Москву? Ближайшего не будет. Ближайший концерт я уезжаю отдыхать. Очки клёво носят. Очки хорошие. К единственному нежному. Ну как, ребята, все-таки как холодно сейчас в Москве. Поздравляем. Спасибо, спасибо. Привет из Бузулука. Моя любовь. Спасибо, спасибо, всем привет. Вот. Как у вас погодкой? Дождь, солнце. Привет из Кузбасса. Смотри, Сибирь за... Сибирь у нас сегодня на эфире. Люба, вам есть 18? Да, 18. И что? В прошлом году. Беларусь, здоровья вашей дочки. Спасибо большое. Люба, вы суперская. Вы спасибо. Очень хорошо выглядите. Поздравляю вас с рождением вашей доченьки. Из Киева привет. Ой, Киев мой, здравствуй. Поздравляем вашу доченьку. Спасибо большое. Обожаю. Ой, а вот моя собачка. Погода нормальная, снег. А снег? Ну завтра мы тоже покуемся. В снегу будем. Вы крутая. Спасибо. Любочке всегда 18. Привет из Ставрополя. О, хлебный город. Привет из Пятигорска. Ой. Здравствуйте. Еще хлебнее. Привет из Краснодара. Ой. Еще хлебнее. Вообще, мы попали вообще в наши родимые края. Люблю вообще Краснодар, Ростов. Любовь, восхищаюсь вами, как певицей, и так просто потрясающей женщиной. Ваш голос, ваше умение подать песни на сцене – это настоящее мастерство и профессионализм. Привет из Урала. Ой, только что вот были на Урале. Киев вас очень любит. Привет из Коломны. Ой, Господи, какие разные города, места, но все равно все приятно. Привет из Нью-Йорка от племянника. Роланчик, привет. Ой, Ролан, привет. Привет. Привет, Роланчик, как твои дела? Где Таня? Таня в Коста-Рике. Сегодня празднуют свой день рождения. А мы вот скромно сидим на берегу залива. Привет из Майами. Ой. Концерт в Алма-Ате очень запомнился. Хотим еще. Когда ждать? А вот как только пригласят, сразу приедем. Мы никогда не отказываем в Алма-Ате. Привет из Ростова. Привет из Берлина. Шикарная, как всегда. Здравствуйте, счастье вашей доченьки. Спасибо, спасибо и вашим детям счастье. Привет из Якутска. Краснодар, Сочи Якутск. Вас очень ждет. Ну, мы в Краснодаре были, кстати, почему? Мы только вот были недавно. Краснодар, Ростов, Синтельки, Майков. Прекрасные были гастроли. Ждем в Прагу. Все тоже были, но с удовольствием приедем в Прагу. Вы знаете, все города, которые вы перечислили, я бы с удовольствием по 3-4 раза в году бы поехала. Привет из горячей Молдавии. Тишина. Лучшее. В эфире Владислав Тюльпанов. Ой, Владик, привет, дорогой. Вчера видела твою крестную. Позавчера.
Вот, она даже не знала, что ты вот поешь мои песни. Любим вас очень. Тепло прям передается. С днем рождения, Тани. Спасибо большое. Привет из Твери. Дай Бог вам здоровья. Привет из Томска. Здравствуйте, вы где? Мы в Израиле, в Тель-Авиве. Но ваш голос греет, спасибо. Лучше всех. Спасибо. Привет из Австрии. Австрия. Мы улетаем в Австрию послезавтра, в Вену, на Новый год. Представляете? Любаша, а по Белоруссии? А по Белоруссии это к директору. Где он переговоры? Там, переговоры все, а через него я понятия не имею, что у нас с Белоруссией. Переговоры ведутся. Ну, ведутся переговоры, ждите. Приезжайте во Вьетнам. А кто там во Вьетнаме меня знает? Привет из Питера. О, только были в БКЗ. Люблю просто смотреть на любовь и слушать, как она разговаривает. Кайфую. Привет из Казани, Иркутск. Вам всегда рад. Обожаю и восхищаюсь. Иркутск скоро будем. Мы скоро будем в Иркутске, ребята. Скоро, в марте. Любаша, с наступающим. Спасибо большое. Казахстан, привет. Привет из Дубая. Привет из Махачкалы. Махачкала тоже была. Так что на следующий год опять поприедем. Любовь, ваша песня «Кабриолет» знаковая для нас с мужем. Мы под нее познакомились. Благодарю вас. Вы знаете, это тоже моя знаковая песня, потому что эту песню написал Резник, когда узнал, что мой муж мне на третий день нашего знакомства подарил «Кабриолет». Вот откуда эта песня. Привет из Башкирии. Здоровья вам и женского счастья. Мы были в Уфе только что. Ой, смотри, какое попадание в точку. С днем рождения, Танечка. Смотрела передачу «Секрет на миллион». Вы самая лучшая, очень открытая и солнечная. Омск ждет вас. Когда будете в Испании? Ай, зачем вы затронули больную тему? Я в Испании хотя бы сегодня. Я могла бы и сегодня туда уехать, если бы я могла бы сегодня это себе позволить. Любимица цыганского народа. Ой, так сколько песен я спела цыганских. Еще не все спеты. Еще не все спеты. Ждем вас в Нижнем Тагиле. Сахалина, привет. Привет из Беларуси, вы самая лучшая. Привет из Электросталь. Сахалин тоже будет в марте. Будем в марте. Где? Сахалин. Клара привет. Кузенбаева пишет. Алекс рядом, голос красивый. Алекс рядом, близко-близко. Из Екатеринбурга. Кларочка, тебе тоже привет. Из Екатеринбурга тоже привет. Спасибо. Мы были тоже в Екатеринбурге. Вы такая классная, всегда крутая и молодая. Спасибо. Спасибо. А там видно вообще меня или нет, господа? Конечно, видно. Там же мы сидим уже ночью в телевидении. Любаша, вы супер. Обожаю на вас смотреть. Настоящая женщина. Люблю. Спасибо. Тюльпанов пишет. Моя любимая песня «К единственному нежному». Ну, она... У тебя хорошо получается, Влад. Пора уже новые песни. Давай, Люба, уже новые... вас весь мир знает, а во Вьетнаме давно. Ой, боже мой. Привет из Саратова. Там, наверное, русские, да, живут? Любочка, привет из Израиля. Ай, какой город, какой город. Давайте подробнее. Какой город? Ждем вас в марте в Новосибирске. Знаю. Привет из Воронежа. Всего вам самого наилучшего. Мы были в Воронеже недавно. Как вы нас пропустили? Очень нравится ваша песня «Доченька». Просто супер до слез. А где доченька? Она сейчас так далеко. Ждем снова вас в Челябинске. Опять привет из Израиля. Вы любимица армян. А скажите, и армянского народа. Город? Израиль из какой город? Волгоград любит вас. Привет из Пятигорска, привет из Кишинева, привет из Минска. Привет из Италии, привет из Владикавказа, с Одессы привет. В Владикавказе мы тоже были. Боже мой.
Господи. А где мы не были? Брат я Фима грозь. Скучает. Я грозь, я. Брат Фима? Да. А где Фимочка сейчас? А вот передай ему привет, это он тебе и пишет. Тебе привет, Фима, тоже. Вы самое-самое. Цаве танем. Джигай. Вы супер. Видео супер, обожаю. Приезжайте в Барнаул. Ну, самое душевное, самое женственное, самое настоящее. Как всегда, вы очень очаровательная. Спасибо. Настоящая женщина во всех смыслах. Всех вам самых земных благ. Спасибо. От цыган. Вам также. Всем вам тоже благ, хорошего Нового года. Все мечты и желания ваши, чтобы у всех сбылись. Почему не поете «Мой звездный тополиный сад»? Ой, я много чего не пою, ребята. Это уже другая история. Как ты шел бы, ты Да-да-да. А я вчера пела песню, которую 100 лет не пела. Меня попросили спеть на концерте, Витю. Господи, она ж хорошая, а я ее не пою. А сколько песен я не могу петь, потому что если я буду все песни свои исполнять, мне не хватит 5 часов 6. Цыгане тут. Ой, где? Омск ждет. Клара Кузанбаева, народная любимица Любочка, передает тебе привет. Привет из Пятигорска. Спасибо. В Торонто люблю. Фима тебе пишет. Люблю Торонто, люблю всех, кто там живет. Привет от цыган из Израиля. Боже мой, цыгане в Израиле? Это нонсенс. Привет из Нью-Йорка. Спасибо. Приезжайте в Турцию. Еду. Одесса с вами. Привет из Эстонии. Я буду в Турции, ждите меня в Анталии. Танюша, с днем рождения. А в Чечне будут ваши концерты? Привет, вы нам очень нравитесь. Если Кадыров пригласит, поеду. Кадырова есть любимые певцы, Тимати, поэтому... Концерт в Сургуте был супер, спасибо вам. Спасибо, и Сургуту. Вы будете только в Вене на Новый год или также в других городах Австрии? В Италии, Венеция, Милан. С наступающим, вы классная. Любочка, с наступающим. Счастья вам, вашим близким, обожаю. Обожаю ваши песни. С Новым годом. От руководителя ансамбля Табор Васильева Николая, а также Рустама группы Штар и от всех цыган. О, как приятно. Господи, давно не слышала. Давно не слышала. Прекрасных этих музыкантов, певца. Любочка, ты неповторимая. И с тобой никто не сравнится. Правда? Ой, так приятно. Привет из Ташкента, мы вас любим. Привет из Махачкалы. Всегда красивая и молодая. Привет из Кемерово. Люба лучшая. Сережа, привет. Почему ты, ты никогда не читаешь приветы из Баку? Почему же? А я в Баку буду вот летом, жара. Будет жара. Я буду сольный концерт. Это будет мой творческий вечер на закрытии жары. 29 июля. Все артисты будут исполнять мои песни. Так что ждите. Делайте прямой эфир чаще. Любим вас очень. Желаю вам здоровья, счастья, новых душевных песен. Спасибо большое. Приезжайте в Старый Оскол. Где будете встречать Новый год? В Вене. А где это вы уже отдыхаете? Ну, я не отдыхаю, работаю, после работы отдыхаю в Израиле, в Тель-Авиве. А где ваша собачка? А вот собачка, вот она. Вот она. Будете ли вы в Германии? Не могу сказать, должна была быть, но не смогла поехать в Дюссельдорф на песню года. Не получается. Вы прекрасно, добрый вечер. Спасибо. Привет из Белгорода. Мы же были в Белгороде. Моя любимая. Привет из Франции. Привет из Тюмени, привет из Сочи. Вы прекрасны. Привет из Челябинска. Концерт был высший класс. Привет из Орла. Ростов-на-Дону любит вас. Знаю.
привет из Самары. Уже купили билеты на ваш бенефис. На жару? Нет, а куда, на какой бенефис? Привет из Адыгеи. Адыгея. Честно говоря, Адыгея, мы же были в Майкопе. Приезжайте в Эйлат. Ой, вы знаете, мы так близко вроде бы, но все равно не доберемся, но хотелось бы поехать, хотелось бы. У вас как там с погодой? Тепло, холодно? Или даже теплее, чем у нас в Телевизоре? Привет из Украины, Харькова, Одессы, Донецка. И вам всем, ребята, привет. Как вы там? Да, на жару отвечают. Очевидно, билеты уже продаются. Ой, жара будет действительно жаркая. Потому что я пригласила всех лучших молодых звезд, исполнителей, настоящие голоса. Вы прекрасны. Спасибо. Самолеты прямо над вами. А что делать? А что нам делать? Крыши нет. Когда будете на Дальнем Востоке? Любочка, тебе передают привет из моей Грузии. А что ж меня Грузия не любит? Почему меня не приглашают в Грузию? Гамарджоб от Грузии. Я никогда не была в Батуми с концертом. Неужели Батуми не хочет меня видеть и услышать мой замечательный голос? Ждем вас в Самаре. Привет из Харькова. Передайте, пожалуйста, привет из Омска от Пугачевой Ольги. Привет. Очаровательный человек. Привет в Тбилиси. Сейчас сколько градусов здесь? А здесь градусов сейчас, днем было 23, а сейчас, наверное, 17-18. Друзья, я передаю приветы абсолютно все. Не надо писать такие вещи, что я что-то не читаю. Передайте приветы из Астрахани, пишу и не читайте. Я все читаю. Отвечаю иногда. Приезжайте в Элисту, очаровательный человек. Ждем вас в Самаре. Ой, Самара, а? Что? Ну, не принесите. Ну что, давайте немножко отдохну.